знайде у ньому себе. Love, hate, freedom, change, whatever. Світ чекає, поки люди роблять мости. Нехай світ чекає, а чого чекаєш ти? Обирай, що більше схоже на тебе. Love, hate, freedom, change, whatever. Світ чекає, світ чекає, світ чекає, світ чекає, світ чекає, світ чекає, світ чекає. World is calling, 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 world is calling. Сегодня вообще такой очень сложный день, я думаю, будет, потому что никто не знает, что будет, как будет. Мы все шли на испытания и ожидали чего-то связанного с перевоплощением. То есть будет также либо съемка, либо дефиле. Вітаю вас, учасники. Я вперше бачу вас після перевтілення, і воно мені дуже подобається. Я сподіваюся, що їх нові образи допоможуть їм бути більш яскравими, більш впевненими і зрозуміти нарешті, в чому полягає їх індивідуальність. Сьогодні ми знімаємо заставку цього сезону. Да ладно, серйозно, не заставка, це реально круто. Господи, заставка? Моє лице буде покрутити перед кожним випуском, як приємно. Навколо мене знаходяться речі, які ви маєте використовувати протягом зйомки. І це має бути річ, що дуже вас характеризує. Сразу мені бросився м'яч в очі. Думаю, якщо зараз хтось побіжить, я, блін, оттолкну всіх, дам в башню, але м'яч я нікому не дам. Хочу. Все ж як дикухи лісні, почали сразу біжати за цими речами. Жоні, тебе треба подумати, що тебе характеризує. Ти точно не біта. Біта мене характеризують. Ну не гони. Ти спокійний, як удав. Типа, я Ніга, плюс біта со стразами, типа, ну, нереально необычно. Я первая взяла. Та дай девочке, господи. Посмотрите на эту красавицу. Она символизирует то, что, ну, типа, можно быть нежной и красивой, несмотря на то, что ты сбита в руках. Это мне подходит, скажи. А ты реквизит или ты что-то взял? Жестко, да. Так хочется ха, и начинаешь расчесываться. А я сразу положила глаз на розы. Я взяла мои розы. Мне никогда не дарили цветы, поэтому я очень мечтаю, чтобы мне какой-нибудь вот этот мужчина, в которого я влюблюсь, вот тот самый на белом коне, прискочит ко мне и подарит мне букет шикарных роз. Все выбрали уже себе реквизиты, все поняли, как все будет происходить. Мы сели на грим, нам начали красить. Переодеваться и просто наблюдаю такую картину, как начинается какая-то стычка. Я сейчас возьму вот эту вот расческу у тебя. Я тебе. Ты серьезно? Я... Ты на меня будешь поднимать руку? Софи поругалась, короче, на бэкстейдже с главным гримером. Человек стоял, работал, она подошла, начала что-то спрашивать, ей ответили, раз, что тебе никто не ответит, уходи. Она снова начала настаивать на том, что расскажите мне, как меня накрасят, расскажи, расскажи. Иди, правда. Ну, сейчас ты пойдешь.
Нет. Да, ты просто не очень красиво вообще ведешь себя. Кто ты такая вообще, чтобы кидать предъявы главному визажисту? Ну, извините, я девушка кавказская, очень темпераментная, харизматичная, и я должна сказать спасибо, что ее волосы не оказались в жопе мира. Матюкня, все закончилось. У нас еще дополнительная задача. Нам нужно самим поставить участников от самого сильного до самого слабого. И мы начинаем думать, как это все сделать. Выбираем сначала самых слабых. Давайте, самых слабых, давай. Джонни последний. Джонни последний. Пошло просто мнение, типа, Джонни, и тут, ну, просто большинство, типа, подхватило просто массово. Давайте проголосуем, Джонни последний. Кто за то, что Джонни последний? Он очень слаб духом, и у него нет такого стержня. Поэтому мы его реально сожрали коллективом. Я думаю, ну капец, конечно же. Сейчас по-любому найдутся грачи, которые будут говорить, что ты маленького роста, поэтому ты слабый. Ну, я думаю, ясь. Потому что ты самая низкая девочка. Ну капец, начинается. Должен уйти Егор. Ну, я типа проголосовал за тебя, типа ты мне мстишь таким образом. Вот и все. Я считаю, это совершенно не объективно было, потому что по любасу те люди, которые там не очень хорошо друг к другу относятся, будут голосовать против тех ребят, которые им не нравятся. Наверное, Алиса. Наверное. Удивительно, я не ожидала. На досуге я написала стишок небольшой про Алису, который полностью ее описывает. Наша Алиса не из страны чудес. Она не спустилась к нам из небес. За спиной на нас выливает кучу грязи, а у самой оральные связи. Может, это нормально? Да, но если эти связи с любимым... Но Ваню она знает чуть больше неделю. И я смело могу назвать эту тёлку тёлкой, плюс ещё и галимой. Браво! Просто капец. Я не понимаю, зачем Яна делает такие вещи, зачем она как бы пытается продолжить вот эту вражду, как бы надо и меру знать. Это реально был большой перегиб, то есть, ну, какие бы отношения бы у них бы не были, но зацеплять тему именно уже какого-то сексуального плана, но это уже реально перебор. Мы все, как минимум, проявили уважение к вашим с Лерой отношениям, и никто ничего не говорил. Никакой грязи в ваши отношения и в вашу сторону. Тогда какого ты заливаешь про меня и про Алису. И каждый пришел сюда смотреть за собой, а не за кем-то. Понимаешь, как бы в чужой соломинку ты видишь, а у себя не видишь и бревна. Алиса меня бесит откровенно. Меня это уже начинает просто бесить, что она не знает, как на самом деле в жизни происходит, и как вообще в жизни бывает, и как у меня в жизни, именно в моей личной жизни. Поэтому влезать в мою личную жизнь она не имела права никакого. Голосуем за то, что Алиса идет после Джоника. Давайте, подняли руки. Да. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь человек. Не ожидала, потому что я думала, что как бы люди ко мне нормально относятся. Я поняла, что это мои конкуренты, но я была почему-то уверена, что за меня мало кто проголосует. Наконец-то срач, вот эта обдираловка закончилась, и так все вылилось именно в эту очередность. С первым местом я не согласна, конечно, потому что на первом месте должна быть я. Я сидел и реально был рад тому, что я на втором месте, а не стою там за спиной у людей, которые сидят на креслах, на этой шикарной пятерке. Третье с конца – это не то место, на котором должен находиться. Вот. Хочу доказать экспертам и себе, в первую очередь, что я достоин лучшего, я буду лучший, поверьте мне. Так, але все вже готово. Чудово. Команда вже зробила освітлення та приготувалась до зйомки. Починаємо. Ну, так тоді можемо звати учасників. Давай. Мы зашли на съемочную площадку, атмосферка была просто замечательна. Столько людей, туча вообще народа, кипишует, что-то носится там, блин. Смотрю, короче, налево там камера, смотрю направо там камера, смотрю наверх там свет, короче, горит. Везде вот эти блики, короче, там реально прямо сейчас будем делать фильм. Я хочу вам зараз представити нашого сьогоднішнього режисера, це Андрій Оленіч. Ми працювали за Андрієм Оленічем останнього сезону, і я дуже рада, що сьогодні він знову з нами. Я дуже хочу, щоб цього конкурента ти убила током. Але, ну це було? Да, дуже круто.
по нему сразу видно, что он четкий пост, реально. Такой прям вот в его взгляде читается, я вас всех сейчас, ну, раскрою. Головний герой сьогоднішнього сценарію – це телефон Алеки Стремічової, яка залишила його і відійшла по своїх модельних справах. І коли вона пішла, з усіх боків збираються наші заготовки під моделей і намагаються на Ален телефон проявити себе, щоб потім вона їх запам'ятала, побачила та допомогла їм пробитися в модельний світ. Ваше завдання сьогодні, за допомогою реквізиту, який ви обрали, ви повинні розкрити свій образ. І якщо у когось не виходить, ми починаємо спочатку. Ми обрали дуже круту концепцію, але дуже складну. Це зйомка одним кадром. Ми починаємо з першого учасника і один за іншим. Всі 15 мають відпрацювати одним дублем. Тобто не буде ніяких клеїк, мазань. І, розумієш, відповідальність вот этого одного дубля, тобто у тебе нету какого-то шанса какой-то момент. Ну, блин, это реально очень сложно. И тот человек, который порит, подводит всех, и типа, где мое мочало, начинай сначала. Моделі готові? Так. Да. Починаємо, давайте перший на точку. Працюємо на камеру. Сначала, в общем, у нас была репетиция, вот, потому что реально, типа, была куча вот этой сложной техники, куча всяких реквизитов, вот, которые надо использовать. Так. Софі, праворуч проходиш. Я? Стоп. Все спочатку. Начинается такой невероятный тупёж. Просто передать словами это невозможно. Наступный, Софи. Забираешь на точку свою, стоишь. Где точка? На обличье написано, где точка. Стоп. Можно не тупить, пожалуйста, алло. Спочатку. Джонни. Камера є. Аліса. Так. Наступний, Софі. Забираєш, на точку свою стаєш. Наступний позаду оббігає, забирає на свою точку. Єдиноріг. На камеру тебе не видно. Камера, стоп. Все спочатку. Полная в плане того, что тот туда бежит, тот лажает полностью по эмоциям, там, тот не может обижать камеру там, где надо. Ну, короче, реально вот такая вот суматоха, искра, буря, безумия просто. Ребята, фитьки, да. Витаминки для мозгов у всех есть? Мені здається, що останній учасник може піти додому і прийти завтра. Ми ходили по точках майже годину. І ця година була дуже важлива, бо вони запам'ятали. Це було диво. Почали. Аліса. Обережно з фарбою. Обережно. Що це за марафон? Добре, нас... О, господи. Вони взагалі не розкривають себе за допомогою реквізиту. Повністю забули про реквізит. Ніхто, крім деяких, нічого не зробив. Так. Просто постояв в кадрі. Ми реально були в ступорі від наших реквізиток. У нас не вийшло. Софі взагалі понатикала себе ці рози і не розуміла, що з ними робити. Джоні теж полчаса стояв з цим зеркалом, не знав, куди його втикнути, куди притикнути. Я теж з цією краскою, з цим відром ходила мазати. Ну, в общем, це був ужас. Це реально була якась каша. Доволі швидко стало зрозуміло, що вони обрали його реквізит навмання та зовсім не розуміють, що з ним робити. Шановні моделі! Тут з Алою ми зробили висновки з вашого реквізиту і будемо його трошки міняти. Моделі, в кого камера? Ваня! Вона йде до Джоні.
Джоні в мене асоціюється з соцмережами, з вайнами. Він дуже круто це робить, і через те я для нього обрала саме камеру. Я вайнер, я знімаю цікаві відеоролики. Цим я отримую як собі настроєння, так і всім моїм підписчикам. Я учусь в Харкові в жилищно-комунальному коледжі імені Бікетова. Я будущий комерсант. У мене папа африканець, а мама українка. Тому я ось такий от вийшов, шоколад з молоком. Вся моя діяльність – це, можна сказати, вайни. Це моя життя, цим я дишу, цим я живу. Я люблю просто, коли люди сміються. Я люблю позитив, і цим я виявляю на своїх відеороликах. Софі, троянда не для тебе. Ці троянди йдуть до Івана. Тому що Іван у нас романтик, жінки від нього мліють, і він буде зваблювати Софі своїм букетом. Хочу показувати таку уверенность, самоуверенность, може бути. Я, в принципі, согласен з тим, що він сказав. Да, мені дуже приємно. Яна, я тут не бачу ще одного учасника нашої зйомки. То є чоловік, що стоїть позаду. Я запропонувала Яні побачити в цьому манекені свого конкурента. Я така, смотрю, ну тут манекен, він огромний, більше, ніж я. Мне его надо будет вот это каждый раз тащить, убегать с ним. Блин, это реально, ну, показалось сложно. Нам всем все поменяли, вроде бы общая картинка должна сложиться. Только три человека подобрали нужный атрибут себе. Это был я, Юля и Макс. Участники зрозуміли свої окремі завдання і загальну задачу. І нарешті все запрацювало. С каждым дублем-то уже как бы больше получалось. То есть каждый уже или привык, либо понял, ну то есть нормально уже было. У меня отлегло от сердца, я думаю, слава богу. Почали. Підпалі. В зонтике дымовая шашка. Мне надо будет самой поджечь. Я реально без прикола, я не умею пользоваться зажигалкой. Я постоянно, когда я поджигаю, я боюсь просто опалить себе все руки. Давай, девчонку. Вау! Ух ты, очень круто! Я считаю, что Алиса ничем бы не выделялась, если бы у нее не было вот этого зонтика, который дым пускал. Это была бы соска. Наступный. Дуже сумный образ. Мені дуже подобається, як працює Ваня, незважаючи на те, що в нього складний реквізит, в нього відповідальність. Мені приємно дивитися на таку професійну роботу. Красиво. Капець, він демон. Він ржуцей. Я чувствую этот жар. Мне стрёмно, я пытаюсь не показать это своим лицом. Типа актер, там все дела. Но страх был прям капец какой сильный. Наступный. Так, стоп. Єгор, диви, ти взагалі не приділив уваги камері. Хоча б трошки на камеру попрацюй, добре? Все спочатку. О, боже. Чувак реально не розуміє, куди він прийшов. Я говорю, опять ти здувся, где емоції? В смысле опять? Максим сразу начал нападати, кидати свої провокації. Я не поливав його грязю, не матюкав, нічого такого не говорив. Боже, просто адекватно, об'єктивно оцінив його роботу. Может, йому теж велик не йде? Да, мені кажется, теж. Я думав, що все нормально. Я вважаю, що компашка вот эта Дима і Максим, вони реально просто пытаются вивести мене з себе. Я, звісно, пытаюсь сдерживать, но они реально провоцируют. Отошел. Ты свои руки не распускай, понял? Придурок. Ты сам. Еще раз ты отправишься до меня, ты будешь лежать тут. Заткнись. Понял? Заткнись отсюда и пошел отсюда. Быстро. Чувак теряется. Отвечай. Я посмотрел на его глаза, он чуть не обоссался от страха. Что меня это сдержало в этот момент, это велосипед между ногами, блин. Если бы не велик, я бы ему голову бы отгрыз. Всю свою агрессию покажите, будь ласка, в кадре. Я шокована. Я не дозволяю лаятися на проєкті, тим паче в своїй присутності. І коли з нами на майданчику такі поважні люди. Ну це просто неприпустимо. Важлива інформація. В нас залишився тільки один запал букета.
Ребят, вы слышали все внимательно? Не нагнетайте, расслабьтесь, потому что чем больше будем волноваться, ни получится. Я прям немножко испугался. Мне было страшно за самого себя, за то, что я не смогу сделать то, что я хотел. Я начинаю очень нервничать, потому что я понимаю, что если у меня букетороз не останется, то чем я буду выходить? И буду ли я выходить вообще? Все, тихо, давай. Всем удачи, все справимся, все будет классно. Дур, все замись позитив. Приготувалися. Камера. Почали. Розмахуй парасолькою, давай, розганяй дим. Тихо. Моделі, цей дубль був. Ура! Просто браво! Мы сняли этот дубль, и мне кажется, было гениально круто. Ну, с моей стороны, так точно. Первый раз я снимаюсь в такой вот движухе, и, блин, это классно, блин. С одной стороны, даже не хотелось оттуда выходить, а с другой стороны, я уже так задолбалась, быстрее бы уже в кровать под одеялкой и уснуть. Але є ще декілька кадрів з Алою. О, боже, як це можна пугати. Мене ця новость прямо аж воодушевила, в принципі, поработати в кадрі з моделлю з мировим іменем, і це реально дуже круто. Це взагалі мечта, я не знаю, як говориться, дуракам везет, мечти збиваються. Эффект вау, просто, как вот любит говорить Соня, это было вот именно оно. Жар-птица такая, свисает, такая вот это как хвост, а какие ноги у нее прям вот так вот блестели, такие худые. Я прям такой смотрю на нее, рот вот так вот до полу, ну прям огонь. Насправді у Али було не менш важке завдання показати моделям, як має виглядати професійна акторка, професійна модель в кадрі. І Алла свою роботу зробила з першого дубля. Стоп, знято, зйомка завершена. Я просто жду, боже, я не могу, я так жду, когда увижу это по телевизору. Это было реально вот тот момент на проекте, когда ты понимаешь, что ты на проекте топ-модель по-украински, что ты модель нового поколения, вот честно. Я дуже рада, що сьогодні навіть глядач зміг побачити, як все це створюється. Тому що для нас це така звична історія, а для нашого глядача це щось невідоме, щось за завісою. І сьогодні ми її привідкрили.